Ты не представляешь, что произошло. Короче, я обедала с Бекки. В общем, есть новость. Дейл сделал мне предложение. С ума сойти! Так что покушаем салатиков на свадьбе. А кроме этого нас ждет девичник. Будем отжигать и веселиться, как на выпускном. Фильм – участник официальной программы кинофестиваля Sundance. Мы объедимся мороженого в номере люкс после ужина. А потом будем отжигать. Ну, типа... Да, но в этом смысле я, наверное, завязываю. Они дружили всю жизнь. Я так рада, что ты приехала. Вы знакомы с... Со старших классов. С тех пор, как мне было, как тебе. Ладно, я лучше присяду. Но переживет ли эта дружба... За Бекки и Дейла. Эту ночь. Блин, зацените. Упоротая версия романа Джейн Остин. Бекки! Чё? Выходишь замуж? Вот чё. Этим летом. Тебе не кажется, что Дженна слегка... Спокуха, все поправимо. С такими подружками. Я уверена, вы справитесь. Это служба горничных, а не проект «Подиум». И женихи не нужны. Как называется девичник без невесты? Оргия? Попались. Кажется, вы поймали нас на пути в мужской клуб. Вас точно пропустят? А то мужиков я как раз и не вижу. Слышь, расслабься. Понял, понял. Но я рад, что ты все еще в силах. Это лучшая ночь в моей жизни, девчонки! Я сделаю то, чего ты хочешь. И чего же я хочу? Чтобы тебя поставили на место. Вернись! Ненавижу свадьбы! Кирстен Данст, Айла Фишер, Лиззи Каплан. Нет! Не хватает Кэти и Дженны. Отбой Кэти уже нашлась. Девишни. Заткнись! Ненавижу тебя! И тебя тоже! Я войду туда в этой пижаме, как Майкл Джексон в зал суда.